Thank you.
Нормандия приземлилась на базе. Но, похоже, мы тут застряли. Капитан Соларианец все объяснит, когда прибудете. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Вы здесь главный. Какова ситуация? Я капитан Кирахи, третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитные орудия. И что нам теперь делать? Мы ждем, пока совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил совету, чтобы направили сюда флот. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили затем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарена. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплен. Какие исследования проводит Сарен? Он пытается вырастить армию Крога. Как так может быть? Очевидно, Сарен нашел лекарство от генофага. Почему он так заинтересован в том, чтобы вылечить генофаг? Так был решен вопрос с Кроганами. После восстаний мы внедрили в популяцию Кроганов генофаг, чтобы снизить их численность. Иначе Кроганы быстро заполонили бы всю галактику. А эти Кроганы — слуги Сарена. Мало нам гетов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы. Злых Кроганов нам и так уже достаточно. Все будет хорошо. Я с ним поговорю. Было бы неплохо, капитан. Моим людям нужно проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Давайте, капитан. Я скоро вернусь. Это не займет много времени, капитан. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Ринтоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Думаете, мне надо с ним поговорить? Это не повредит. То есть, он может вам повредить, конечно. Будьте осторожны. Рекс меня не беспокоит. Он будет хорошо себя вести. Как скажете. Но если вы не против, я буду за ним приглядывать. Это неправильно, Шепард. Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Я понимаю, вы расстроены. Но мы оба знаем, что враг — это Сарен. Злиться нужно на него. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. Это не лекарство, а оружие. И если позволить Сарену использовать его, вас не ждет ничего хорошего. И никого из нас. Мы должны быть готовы рискнуть. Речь идет о судьбе всего моего народа. До сих пор я был вам верен. Черт, вы сделали для меня больше, чем мои родные. Но я должен знать, что мы сражаемся не за бессмысленную хрень, чтобы идти за вами и дальше. Рекс, эти Кроганы не ваш народ. Они рабы Сарена. Инструменты. Этого вы для них хотите? Нет. Мы уже были марионетками Совета. Они отблагодарили нас за уничтожение Рахни и сделали бесплодными.
Вряд ли Сарен так расщедрится. Хорошо, Шепард. Вы меня убедили. Мне это не нравится. Но я верю вам и пойду за вами. Только одно. Когда мы найдем Сарена, я хочу его голову. Я поражена, что вам удалось успокоить Крогана. Удивляюсь, как вам удалось переспорить Крогана. Удивительно, что Кроган прислушался к доводам рассудка. Я не слишком высоко ценю саларианцев в бою, но эти, похоже, хорошо подготовлены. Предстоящая битва пугает меня, но я знаю, что Сарена нужно остановить. Здравствуйте, человек. Я капитан Рентола. Могу вас снабдить всем необходимым для задания. Остальные вопросы вы можете обсудить с капитаном Керахи. Покажите мне, что у вас есть. Не так много. Бой будет нелегким, но мы готовы выступить по приказу. С Рексом здорово вышло. Не думал, что его можно хоть как-то успокоить.